У рек, известно, есть свои истоки. И жизнь нам преподносит бесценные уроки. Чтобы жить красиво, мудро и богато, заприте глубоко в подвал свои пороки. Не надо поучать, коль слаб ты в дисциплине, ведь дисциплина жизнь трудна, хоть и поныне. Другие ценности сегодня в моде, но храни традиции, что предки подарили. Когда есть корни и фундамент крепкий, нам не страшны цунами, войны, сплетни. Как строй солдат закроют нас стеною от грозы стрел, отпущенных судьбою. Живите, чтобы жить, а не существовать. Учите то, что важно в любое время знать. Любить родителей любовью неземною, чтоб в старости от согрешенного без чести не упасть. На свете есть много различных профессий, и в каждой есть прелесть своя, но нет благородней, нужней и чудесней, чем та, что выбрала я. Вступая в ряды преподавателей, торжественно клянусь, всегда быть для учеников примером для подражания, плохое настроение оставлять за дверью и каждое утро надевать маску счастливой, деловой, обаятельной и привлекательной женщины. Отдав работе жар и пыл, надежный, мирный тыл, где ждут тебя и ты, любима. Всем дорога, незаменима. Он и она, муж и жена, возникла на планете еще семья одна. За день до своего рождения ребенок спросил у Бога: говорят, завтра меня присылают на землю. Как же я буду там жить? Ведь я такой мал и беззащитен. Бог ответил: я подарю тебе ангела, который будет ждать тебя и заботиться о тебе. Я слышал, что на земле есть зло. Кто защитит меня? Твой ангел защитит тебя, даже рискуя собственной жизнью. Боже, скажи мне, как зовут моего ангела? Его имя не имеет значения. Ты будешь просто называть его мама. Доченька, Елена, наше ты творенье. Леночка, Ленуся, мое ты вдохновенье. Озорно глаза блестят, покорить весь мир хотят. Не спеши взрослеть, девочка моя, как будто что-то знаешь, чего не знаю я. Что всего тебе дороже? Покой? Уверенность в себе,
чтоб непременно на коне. Ни на кого не быть похожей. Ты в классе учитель, артист и творец. Помни о том, не забудь, если бьется с твоим еще много сердец. Ты правильно выбрала путь. Год. Город Киев. ВДНХ. Победитель конкурса «Учитель года». Учитель-методист Лариса Бандурянская. Мое открытие Америки. С багажом в душе и сердце, с оптимизмом вдаль глядишь. Ты еще откроешь двери, где ждут счастья. Важно все, и прическа, и лицо, вкус, стремление и дела. Имидж, проще говоря. Я женщина, а значит я всесильна. Сильная я в слабости своей, сама я автор своего же фильма, сама актриса, зритель, источник новостей. То в работе хороша. И с детишками игрива. И рисует всем на диво. Мой самый лучший собеседник. И вдумчивее меня. Моих надежд и дум наследник. Мое улучшенное я. Кто придумал судить о возрасте по числу прожитых лет? Ну а если ты полон бодрости, если любишь ты всех детей, если мир ты наполнила красками, где отсутствует черный цвет, если ты не скудеешь ласками и мечтательно, как поэт,
влечет покой. Иногда мне кажется, что женщина, будто вино, с годами становится все ценнее, вкуснее и прекраснее. Тогда ты, дорогая моя мамочка, подобно прекрасной бутылке с вином, дурманящая, яркая, крепкая и кружащая голову, оставайся всегда такой, с юбилеем. Моя родная.